Песни, танцы, конкурсы и блюда национальной кухни. В Гродно проходит фестиваль национальных культур. Масштабное мероприятие собрало представителей 36 национальностей. Среди них русские, поляки, украинцы, грузины, азербайджанцы. Те, кто впервые принимает участие в инициативе, по традиции высадили деревья в Калужском парке. Аллея дружбы была заложена 10 лет назад. Она символизирует общность народов, и каждый год ее пополняют новые растения. Неделя фестиваля великолепная, потому что тут мы все народы вместе, все на равных, и мы проповедуем мир, доброжелательность, добрососедство. Я гражданин Египта, я учусь сейчас в аспирантуру. Я люблю Беларусь, вот хороших людей, добрых, страна красивая, чистая, вот, поэтому я даже решил остаться здесь. Вечером в рамках фестиваля состоится красочное шествие его участников в национальных нарядах. Представители разных народов пройдутся по центру города с музыкой и танцами. После состоится торжественное открытие международного форума.